В городском округе началось отключение центрального отопления в многоквартирных домах, социальных учреждениях, на промышленных и административных объектах. Отопительный период заканчивается, когда на протяжении 5 дней среднесуточная температура воздуха держится выше 8 градусов тепла. Завершили отопительный сезон котельные в Каргашино, Калиново, Балково, Волохово, Подмоклово, Лукьяново, Щеболово, Арнеево, Донках, Липецах. Поселки Кирпичного завода, Большом Грызлове, Оболенске, Райсеменовском, Сьяново, Турово-1, Турово-2, Пролетарском, Фенино, Шараповой Охоте, Гавшино, Старых Кузьменках. Прекращена подача центрального отопления и в большинстве городских объектов. Перечень можно посмотреть на официальном сайте администрации Серпухова. В ближайшее время отопительный сезон будет завершен во всем городском округе и начнется подготовка теплового хозяйства к осенне-зимнему периоду.